Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Так мы с вами продолжаем выживать на Сулару. Да, мне писали о том, что можно как бы кидать копье. Оно остается в руках как бы без копья. У нас есть фантомное копье, которое можно также кого-то стрелять, ну, стрелять, кидать мне. Да, также писали о... Борн пережарен, а-ля похудел. Да, писали о готовках стейка. То есть, ну, я как бы не заморачивался по этому вопросу вообще. И, ну, горело, блин, горело, хрен с ним, да? Горело мясо паяли. Вот. Сейчас у нас время с вами 7 часов вечера. Ну, начнем спать начнем. Ну, в этой серии, не знаю, наверное, съездим к бандитам, попробуем, наверное, съездить на лесопилку ту. Там, ну, помните, чуваки там стояли, там полутаться. Да, ну, как бы шахту с боссом найти. Ну, попробуем, поездим, посмотрим по территории сегодня. Бандитам съездим, как и обещал, ну, нашим гостям туда. Вот, а сейчас давайте, наверное, поспим. Ну, также, наверное, если успеем, сегодня займемся стройкой, в принципе. Периметр у нас с вами достроен. Так, еще мне говорили, что можно мостик строить в виде этих как бы, стульчиков, там, не стульчиков, а круглых столов. Якобы они хорошо цепляются. Но посмотрим. Посмотрим, да, время. Ну-ка, дай-ка сюда. Не, время 7, что нам надо? Приготовиться на... Так, горелое тоже горелое. Давайте съедим чуть-чуть. Так, пузыри мы оставим, гвозди тоже. Как раз поели, попили. Добавим стрел, как раз 8. Что, наверное, надо сделать будет? Так. Там ходит. А у нас темнеет. Так, попробую поспать здесь. Там тоже закрыто, да? Вроде нет никого. Курица там что-то мычит, мычит, кукарекает, блядь. Блядь. Ага. Тише, тише.
не было шинка, но так сохранимся. Так, что у нас? Пожать есть, барахло, наверное, все мы оставим. Инструмент сюда нам положим. Нам пока не нужны. Кувалдочку можно взять. Ну, кирку может пригодится. Так. Мотор с аккумом там нормально все. Сейчас глянем. Так. Че, вообще никого нет, что ли? Скотти тоже с открытыми глазами. Ну ладно. Так. Тебе Мишка к нам не может прийти, он может только оказаться у нашей территории, да? Понятно. Пузырь какой-то. Хрен с ним. Когда Михаил Потапыча нет, надо будет как-то... Хотя можно на тачке съездить, как-то кустах поставить. Наверное, надо будет взять новый лук. Так, где он? Заткнись. Здесь. Ну, думаю, что сохранимся сейчас на всякий случай. Поедем. Пожать взяли. Бинты взяли.
другую стану. Так, предлагаю поехать тогда туда дальше, за периметр. По этой дороге поедем. Смотрим, что там. Так, там, походу, эти чужики, да? Мы же откуда-то оттуда спускались, не надо. Жду тоже не отсюда. Так. Здесь что-то все закрыто. Будешь какой? Сейчас говорим. Сейчас опять это что? Бензуки. Так, ну вот. Номера непонятно. Время у нас 7 часов. Ну, быстро мы сегодня не уедем, понятно. Так, барахла хоть берем. Так, сюда это тоже сюда. Собрали. Чего? Что-то дорога перегородилась.
черный чемодан. Там нужен был, я видел. Так, это же сюда компас, да? А, нет, топор. Понятно. Нет, туда не пойду пока. Блин, я канистру забыл. Мотор. Блять. Там наверху ничего нет. Здесь еще можно скрываться от этих пырей. Грибников, так сказать. Говорили еще про вышку, что можно ее вот типа найти. Там снайперку отобрать. Так, все сюда, в чемодан, ну что здесь еще? Топорчик сюда, да? Нахуй я гвозди с собой взял? Ну ладно. Это отдельная история. Чё, готов, что ли, там, блин? За картошкой били. Что-то дать какой-то... Ну, еще по два раза, что ли? Ладно, хуй с ним. Надеюсь, здесь что-то стоящее. Ощущение, что, блядь, 6 патронов потратил вообще в космос. Блядь. Не, ну серьезно, что? Ядрён батон. Пила, блядь. Блядь. Блядь, пройду, блядь. Ёпа-боба, блядь. Ну ладно, чё.
Картошка, блядь. Два патрона из дробовика. Что-то дробовик какой-то тухловат. Что там тоже есть? Носки. Носки нужны. Да. Пузырь. Конечно, зря я раздал столько патронов. Сюда. Фу-то, чё, нет этих домов, блядь? Нормально. Это мы сейчас, получается, к своей базе поедем через... Сейчас это доломаю и поедем на базе. Ну, чтобы типа на разведку мы приехали. Собираем. Ну, заправка еще.
качестве изучать, да? Идем, смотрим. Что за дерьмо там? А с колес шумит или что? Какой-то город. Потом сюда приедем. Еще не пойму, что. Где наша база-то? Ежики какие-то. Приехали, так и ввели на все. Сверхушку на проезжение. Бомжер. Так, джиперы. Оп-оп-оп-оп. Зря я сюда заехал. Так, оп-оп. Ёпта, что такое, что-то. Я, блядь, нормальный мужик. Выход к шахте. Ага. Опять как-то не того выглядит. Да потом приедет в следующий.
Потом надо будет заехать к этим челикам. Так, посмотрели город. Я думаю, заедем. Сделаем патронов. Что за полтергейст? Все нормально, поизучаем. Оп. А что с черным чемоданом? Кто-нибудь искал? Поставили. Хорошо. Сюда поставим. Ну что, сохранимся? Такая наша стеленка, 20 такер. Еще гвоздей надо будет понаделать. Скотч ходит у нас там, ну. Так, что? Поесть не хотим, наверное, выпить горелого стейка из медвежатина и нормально. Так, что у нас там? Вижу, пить хотим. Так, попили. Воду я пока спрячу, наверное, не нужно. Ну, в принципе, уже. Да? Что там я еще хотел?
шахту смысл защищать не было. Блин, смотри-ка. Время где? А, время только 10. Могут еще прийти. Ну, приду, значит. Так, а мы с вами чем займемся? Так. 4 таких шестерни. Одна нужна, да? Консервов. Место не занимали, что там у нас еще? Что за нахер, куда я? Так, сюда одна шестерня. Давай восьмерку, вот что у нас. Все равно. Так, что хотел? Можно было съездить и к нашим ребятам. Пятый день. Так, я не понял, нам чтобы оттуда выехать двойная дорога, надо будет разведать, как мы туда вообще доехали. Так, предлагаю, наверное, начать попутно строить. Здесь тоже лестница нужна будет. Так, да, и я знаю, что многие жалуются на качество звука. У меня, блин, микрофон, конечно, тухловатый. Может, скоро куплю новый. Качество, ну, звука будет получше. То есть, а то приходится прислушиваться, хотя я все настройки выкрутил на максимум. Не знаю, что такое. Так, Б. Строимся. Так. Ну, по идее, должно вот сюда прийти. А, ну, блин. Сюда, здесь лестница. Ну, куда-то сюда, короче. Между. Так, сказали, что топливо появляется через 30 дней. Мы с вами... Ну, через 5 дней должно появиться. Так, Скотти, иди сюда. Так. Что у тебя есть? И что у тебя нет? У тебя, да. Так. Наверное, наш палисадничек будет рубить, да?
Ну ладно. Так, а мы с вами чем займемся? Так, давайте гвоздями. Все, генератор сделали. Так, а что тут? Турбомод. Фьюэль. А здесь у нас с вами осталось что? А нет. Смотри-ка. Блин. Так, это для стрел нужно будет отдельно как-то. Да, стройка такая у нас. Ну так, я думаю, нормально. Съездили, посмотрели. Так, одно бревно осталось. О, прошу прощения, что-то как бы дерганенько. Ну, нормально зато. Веточки. Листочки. Ну все, до трех у нас нет с вами. Остались досочки. Ну, значит, и не будет сегодня грибников наших.
Здесь опять же барахло военное. Блин, даже не знаю, что сюда поставить. Так, вещи. Сюда. Иди. А чё, 0 часов? Не понял. 0 часов вообще, что ли? А какое увеличить мощность? Турбомат. Понятно. Сохранился или нет? Так, сюда барахлишко, это сюда поставим. С золотом еще. Все оружие. Пусть будет оружием. Топорочка у нас с вами, да? 100% появился. Сюда и положим. Так. Ну, тут почти все под стольник. Так, что нам? Досочка взяли, да?
Время. Блин, время чуть быстро какое-то. Ну, типа сюда такой домик, на крышу можно было спуститься в случае чего. Кстати, я где-то видел, что мостик можно делать из вот такой хероборы. Что у нас там? Поесть надо, ну. Пропадет, так. Прямо отсюда съедим. Блять, вода, хлеб. Так. Чё, пить тишину, что ли? Непонятно, не вижу. Ребят к нам больше не ходят. В гости, так сказать, да? А ну-ка. Давайте генератор запустим. Интересно, биотопливо будет работать. Да будет свет, сказал электрик, да? Ладно, вырубаем шарманку. Блин, на биотопливе тоже работает, еще шикарно. Поработал, аж остался. Лампочка накаливания. Где эти чуваки? Попробуй поспать там часок.
носится, видишь? Вот тут. Где ты, придурок? А, вон. Как ты сюда залез вообще? Тормозня какая-то. Сколько? Так, это вырубаем. 56-й день. Мишка, наверное, там испарился, но жук отсобрать. Жаль. Такс. Сохранимся. Дымится, подлюга. Не вижу, Мишка там есть, нет? Дай-ка попробуем это сделать. Так. Мебель. Так, круглые столы. А что у нас нет? Хера у нас нет. Гвозди просто трындец улетают. Так, думаю, по максимуму, да? Интересно, грибники к нам придут? Непонятно. Так, чё? Круглый стол, блядь. Как они цепляются? Чуть не могу понять, блядь. Подвинуть не могу. Уничтожить можно это? Нафиг.
Колесочки сделаем. Стрелы. Так, что еще тут нет? Тоже пригодится, пригодится все. Одну залупу не хватает, ну, блядь. Ну, все равно одна доска получится только. А где Скотти? 5 на крыше. Где он есть? Все, валим, 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 валим. Ура, грибники. Так, что там где? Угу. Все. Смотрим, даже кого-то убил. Скотч. Бля, я думал, ты умер. А ты уснул, блядь. Ну, еще одну построим. Так, где у нас? Thank you.
быстрее. Что там осталось у нас бревна, да? Опять же на машине сюда приехать. Так, конечно, это медведь. Нет? Но у меня с ним отдельная песня. Достаточно такая насыщенная серия у нас с вами получилась. Мясо же скиснуть давно. Каким бы тут медведь был сейчас. Так, сейчас построим еще одну. Готово. Так, еще одно Б. Б, Б, Б. Блядь, что кругами гоняю. Так, все, ну. Типа ровно. Сколько там примерно осталось? Так, раз, три, да, где-то? Такс. Ну, типа такие, ну это типа. Тебя нахер, типа. Сейчас подождем ночью. Я думаю, давайте, наверное, на этом заканчивать все-таки. Да, давайте сохранимся сейчас. Что у нас там с Коти? Так, нам два бревна надо. Ну, съездим за периметр в следующей серии. Опять к этим не съездили бы, они там. Да, ну ладно, хрен с ним. Нахер они нужны, мы там были. Да, надо будет это. Как сказать, посмотреть. Чуть мы через вышку проехали, посмотреть, да, как. Ну, съездить опять же по этой дороге до упора туда. И я думаю, нарисовать общую картину. Ну, к бандитам, не знаю. Блять, что-то 6 патронов потратил в городе.
на этих зомбарей, непонятно зачем. Вот, ну, порох нам нужно собрать в другой пещере. Вот, ну, давайте на этом заканчивать. Комментируйте, ставьте лайки, ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал, не забывая про колокольчик. Так, а так, всем большое спасибо за просмотр и всем пока.